Первым я приглашаю подняться на эту сцену нашего студийца Саши Одески. Пожалуйста. Я вас долго мучить не буду. Два маленьких коротких. Да. Стихотворение называется «Нюхнем мой друг». Кто знает, может, да кабы на пальмах выросли б грибы, и придорожные столбы погасли б вдруг, чтоб днем светила бы луна, и море высохло б до дна, а нас накрыла бы волна, и всех вокруг. Я сказок раньше не писал, но день пришел, и час настал, я от реальности устал, взял чистый лист, и вот дельфин взлетает ввысь, и лает на прохожих рысь, а слон вежливо, держись, станцуем твист. И одно такое непонятно родившееся называется «Наивный человек». Зеленый островок в переплетении рек, наивный человек себе построил дом. Он верил навсегда, глядишь, протянет век, не думал, что порой все в жизни кувырком. И вот настал тот день, обычный среди других, смешались две реки в бушующий поток. Присев на старый пень, слагал короткий стих, уставший человек, застигнутый врасплох.